И вернемся ко дню воинской славы. События Сталинградской битвы продолжили вспоминать на сцене Дворца творчества детей и молодежи. Здесь читали тематические стихи, пели фронтовые песни. Школьный театр «Мариинка» представил отрывок своей постановки «Набат» по произведению Мусы Джалиля. Постановка очень серьезная, очень глубоко трогающая души, сердце людей, потому что речь идет о зверствах фашистов в годы Великой Отечественной войны. Мы об этом не должны забывать. Они с детьми погнали матерей, и яму рыть заставили, а сами они стояли кучкой дикарей, и хриплыми смеялись голосами. В фойе разместили модели военной техники, которая принимала участие в Великой Отечественной войне. Рядом экспозиция детских рисунков, а также экспонаты, найденные на полях сражений. Технические материалы, которые ребенок может потрогать и ощутить на себе, можно сказать, даже ту историю, да, нашу историю Великой Отечественной войны.